Азамат, можно я все же пойду на работу? Асель, сколько раз можно повторять одно и то же? Ты ни в чем не нуждаешься. Зачем тебе работа? Я тебя полностью обеспечиваю. Когда мы поженились, я даже заочно не закончила институт. Ты не разрешил. Почему я должна сидеть дома? Ты женщина! Ты должна сидеть дома! У тебя свои дела. Воспитывать детей, готовить есть. Почему ты не хочешь меня понимать, Азамат? Все же женщины работают. Почему я не могу? Хватит! Апан, хоть вы скажите. Илгерте тембер аял кеши уйду отуруп, гюрсун сөз нуккан. Что это тут разбросано? Встал! Собрал! Сидите на моей шее, дармоеды! Не трогай ребенка! Еще ты тут! Ушла отсюда! Я в твои годы уже работал! Иди! Отец, я не могу в школе уже несколько дней! Я так устал! А мне все равно! Какая мне разница? Иди работай! Пошел вон!